Коммунальная оплата, платежи за телефон, бесспорные долги по налогам теперь взыскиваются в ускоренном порядке. Так что заядлый должник сегодня рискует оказаться в поле зрения судебных приставов гораздо раньше, чем ожидал, сообщает российская газета. По новому закону подобные долги отныне должны взыскиваться в приказном порядке. Это значит, что достаточно принести заявление в суд и получить судебный приказ. Поэтому тому же управдому не обязательно бегать за каждым жильцом-должником и затевать утомительные процессы со всеми, кто не платит за свет, газ или что-то подобное. Юристам управляющей компании достаточно собрать кипу нужных бумаг, прийти в суд и выписать судебные приказы на всех, кто числится в черном списке управдома. А дальше в дело вступят судебные приставы.